Что я буду сейчас делать? Во-первых, я ее, конечно же, всю прекрасно промыла в воде. Сливаю воду. И вот эту вот я водоросль, ламинарию, ее перемалываю на мясорубочке. Вот таким вот образом перемалываю на мясорубке. Я нарезаю салат из двух помытых помидорков. Режьте, как вам нравится, толсто или тонко, не имеет значения. Это у нас получается завтрак питательный и полезный. Я высыпаю сюда теперь вот эти вот перемолотые на мясорубке водоросли ламинарии. Не так их и много, но видите, получился из одного листа. Теперь я беру два зубчика чеснока. И теперь мне надо чеснок мелко порезать. Чеснок натирать на терке не надо, друзья. Для того, чтобы быстрее порезать, я делаю так. Также отправляю наш чеснок сюда в салат. Конечно, сюда бы хорошо положить еще укроп, но у меня, к сожалению, укропа в этот раз нет, друзья. Также беру половинку авокадо и тоже его нарезаю аккуратно. Также отправляю сюда в наш салат. Также я добавляю немного зеленого лука. Теперь я должна добавить помытые листья шпината и немного сельдерея. Шпинат. Сельдерей я предварительно подсаливаю. Я его вот так вот поддавливаю, чтобы он был нежнее и мягче. Я обычно это делала еще и с чесноком, но сейчас что-то заторопилась и чеснок уже бросила в салат. С чесноком можно вот так тоже сделать. И отправляю в наш салат. Еще чуть-чуть подсаливаю. Совсем немного, потому что сельдерей я уже подсолила. Перчу по вкусу немного черным перцем. Теперь мы должны заправить. Для заправки я беру сок одного лимона и оливковое масло. Нарезаю лимон на две половинки. Выдавливаю. Добавляю оливковое масло. Тщательно все перемешиваем. Наш полезный салат для завтрака и для похудания готов. Приятного аппетита, друзья!